Правила, которые нужно соблюдать при возвращении домой с улицы. Снять и оставить обувь у входа. Грязными руками ничего не трогать. Верхнюю одежду нужно оставить в прихожей. Если вы гуляли с домашним питомцем, обязательно протрите ему лапки. Ключи и кошельки положите в отдельный ящик или коробку. Примите душ или помойте все открытые части тела. Обработайте спиртосодержащим средством мобильный телефон и очки. Перчатки и маски нужно порезать и вбросить в урну, закрывающуюся крышкой. Соблюдайте карантинный режим и берегите близких.